Привет, зрители. Раз уж я решила раз в месяц писать пустые баночки еды съесть или выкинуть съедобное, несъедобное, то я сейчас сначала запишу пустые баночки еды, а потом уже пустые баночки не еды. Так, у меня прям день обзоров сегодня. По-моему, у меня таких два пакетика. Тут это фрули, я на нее даже писала отзыв на Арик. Фрули от Озера, милк, шоколад с суфле малина. Вкусная штуковина с хорошим составом, с прикольным пакетиком. Внутри такая, короче говоря, вот липучка необычная. Вот. Такая прям широкая, блин, оттуда до сих пор шоколадом пахнет. Но, конечно, не совсем суфле, более такое, более плотное суфле, если так говорить. Вот бывает такое иногда банановое суфле в шоколаде, вот похожее. Я тут так-то покупала, не сказать, чтобы у них такой вот прям вау, хороший состав. Тут есть и заменитель какао-масла непонятного происхождения с пальмой. Но по большей части оно было вкусное, и от трех слопанных конфеток у меня не было. Сейчас конфетки, ну, допустим. Скрепыши страшные, конечно, как писец. Конфеты глазированные. Кто-нибудь мне скажет, может, в комментах, откуда пошли вообще эти скрепыши в магните? Может, какие-то мультики для детей современные? Кисиш какой-то. С кокосом, с ногой и карамелью, с арахисом, ногой и карамелью. Я вчера в магните видела их на развес. Но я тогда их не видела, и первый раз вот покупала пакетики. Первый и единственный. Хорошая матья, жаль, больше нигде не видела. Ну, как бы неплохая, не сказать, что вау-вау. Того самого цвета матье в России пока не встречала. Сантоша, матча премиум. Ну, в общем, как, тут премиум — это одно название. Я не понимаю, почему в России пишут парамадзе, а не наполеванова, эту самую матью, без глютена, без красителей, без ГМО, 80 грамм. В пакетике оно еще было. Вот открываешь пакетик, пахнет землей. Открываешь сам пакетик, пахнет просто как бы зеленым чаем. С молоком вкусно, без молока вкусно. Вроде как отзыв на нее на Озон писала, потому что на Озон покупала. Неплохая, но вот почему-то я больше ее не видела, ни там, ни там. Хотела на Арик записать отзыв, но так как оно на Озон пропало из продажи, думаю, смысл на Арик писать. Вот тут шоколадка, мне тут на день рождения ее дарила бабушка. Альпенгольд, фундук и изюм, молочный шоколад. Мне вообще нравится шоколад Альпенгольд, он в большей части без пальмового масла в составе. Вот это вот хороший состав. Покупала я тут две штуки, вообще они у меня как бы еще живы, просто пакет порвался, одна упаковка еще даже не вскрыта. Магнит, образ жизни, хлебцы с гречневой крупой. Если вдруг закончился хлеб, магазин сходить никак. Скользко ли еще что-то, то это, короче, можно вполне себе заменить. Раньше такие хлебцы еще вот в моем, не знаю, до 18 лет же ребенком считаются, да? Ну, короче, лет 15-16 они были на развес, и я покупала у нас в местном магазине «Алиса» имени моей кошки. Она до сих пор, этот магазин «Алиса» так и называется, на Механке, и вот они были на развес, мне очень нравились такие хлебцы. Очень даже неплохой чай, но придурки в Вайлдберриз. Мой отзыв за суспензили, написав, что он заказной, хотя я покупала за свой счет, никакой он не заказной. Зеленый порошковый чай матча, опять же, парамадзи, сделан, упакован 5 мая 23 года и гон до сентября 25 года в Зеленограде. Потом уже увидела, что там написано, что это Китай. Ну, в общем, короче, неплохая такая матья, ее можно было пить без молока, можно было пить с молоком. Она ни хрена не бодрила, но довольно вкусная была. Может, потом себе еще закажу. Мне вчера Ульяна своим комментарием замечательным открыла глаза, что если мне кидается донат, это не значит, что я должна, сломя голову, бежать и покупать зеленый какой-нибудь чай, если это было в разделе донатов на чай, или бежать и покупать, записывать, сломя голову, видео, даже если я еле живая. У меня, да, такое чувство было до недавнего времени, что если мне кидают донат, то я обязана вот прям сию минуту писать видео, даже если я еле живая. Что действительно есть люди, которые понимают, что блогер тоже человек. Это радует. Вот эти хлопья покупала, хлопья кукурузные без сахара, они были по скидке, а мне что-то хотелось чего-нибудь, каких-нибудь таких, ну и попробовать просто кукурузные хлопья и соль.
Не глазированные, неплохие хлопья. Я люблю, когда хлопья совсем разбухли, размокли вот с молоком. Я с козьим их пила, ела по большей части. Тут 350 грамм, я не помню, почем они были, но довольно хорошие хлопья. Так, тут у меня моя цена — колбаса краинская, охлажденная. Состав не сказать, что вау, но нам с кошкой понравилось. Тут у меня замбези, смесь семян для салатов, гарниров и десертов. Ядра семян подсолнечника, ядра семян тыквы, семена льна, семена кунжута, производства Россия. Я их покупала, чтобы делать свое первое масло в своем во втором маслопрессе, который у меня до сих пор, и мы с ним в любви и счастье живем вместе. Сделано 19.06.23 года. Срок годности... Сколько тут? Где он тут? 12 месяцев. Ну, короче, хорошие семена. И вообще, вот эта фирма Замбези нормально. У них как-то покупала изюм. Мне очень понравился. Он ничем не был обработан. Если его замочить, допустим, в воде, там никакого масляного пятнышка не было. Я внезапно тут пару раз покупала вот такой сыр. Баночки у меня, конечно, не остались эти. По 70 грамм, где такие стаканчика, как вот, допустим, йогурты бывают. Переяславль, две штучки по 70 грамм. Плавленый сыр к завтраку, сливочный. Довольно нормальный состав. Состав: вода питьевая, сыр, молоко сухое, обезжиренное, сухая молочная сыворотка, масло сливочное, эмульгаторы Е450, Е452. Соль, поваренная пищевая, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант, сербиновая кислота. Все, никакого пальмового масла. Неплохой. Она потом пойдет на сожжение в сад, эта штучка. У меня тут есть коробочка, в которой всякая бумажка. Вот эту шоколадку я сама покупала и даже планирую на нее оставить отзыв на Айрике. Я даже ее пофоткала, пока еще ела, поэтому бумажку, наверное, пока оставлю. Чтобы она у меня была хотя бы перед глазами, когда ее добавлять, потому что там подобные шоколадки на Арике есть, но именно такой пока я не видела, сама не добавляла. Это Milka MM Max Noisette. Где-нибудь, наверное, по-русски. Есть шоколад Milka MM Max с ореховой пастой из фундука. Сахар, масло, какао, как паста ореховая, фундук, какао, тертое молоко, сухое обезжиренное, сыворотка сухая, молочная, жир молочный, эмульгатор, лецитин, соевый, ароматизатор. Все, никакого пальмового масла. Мне у Милки тоже очень нравится шоколад, но очень часто там встречается в составе пальмовое масло. Если не встречается, то я с удовольствием покупаю себе. Вот эта штучка, я на нее даже писала отзыв на Арик. Очень вкусная, но аллергенная, если у вас аллергия на пальмовое масло. Ее мне, ну, как в чате телеги закрытом, посоветовала Анечка из... Я забыла, Новосибирск или Тюмень, я путаю их. Короче, тут в составе мука пшеничная, жир растительный. Бывает иногда под жиром растительным какое-нибудь масло ши, масло кокоса, еще кого-то. И оно как бы нормально. Бывает под растительным жиром именно то самое пальмовое масло. Видимо, оно и было. Мука пшеничная, жир растительный, сахар, сыворотка сухая, молочная, сухое обезжиренное молоко, глюкоза, мальтодекстрин, мука ржаная сеянная, патока, масло сливочное, сахар карамелизированный, глюкоза, сахароза, мальтодекстрин, эмульгатор, соевый лецитин, цельное сгущенное молоко с сахаром, молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, сахароза, лактоза, соль, продукты яичные, разрыхлители гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат аммония, ароматизатор, антиокислитель, аскорбиновая кислота, альфа-токоферол. Все бы хорошо, но вот этот растительный жир, нахрена он тут вообще? Они очень вкусные, я купила всего 4 штучки на пробу, но мы с ним не подружились. И я вообще давно заметила, что Аконда, а это Чебоксары у нас. А в Чебоксарах я как раз с ним, ну, покупала что-то. У Аконда очень часто в составе пальмовое масло. Не знаю, что мешает его туда не класть. Вот такая штучка, я ее уже кушала на камеру, у меня там еще пара пакетиков разных от «Между нами», это питерская фирма, они помогают трудоустройству инвалидов, если есть люди, помимо того особо одаренного негативного зрителя, что мне с декабря пишут комменты с истериками, что я плохая, он меня не смотрит и отписывается, но при этом все равно смотрит и гадит в комменты. Если вас тоже по какой-то причине поболит слово «инвалид», то это проблема в вас. Я инвалид, и я как бы от этого слова еще
никуда не девалась. Короче, между нами тепло, доверие и каша. Гречка с сушеной свеклой и тыквой. Вы даете работу людям с особенностями развития. У них товары есть на Озон и есть на Вайлдберриз. Если интересно, гляньте мой мунбанк с этой кашей. Я вот после этого видео собираюсь потом записать мунбанк с другой кашкой. Можно заваривать прямо в пакете, можно в тарелке. Очень хорошая продукция, мне очень понравилась. И эта идея гречки со свеклой и тыквой, не обязательно сушеной, но тут как бы в пакете, я думаю, что можно использовать и свежую гречку, свеклу и тыкву. И, в общем, можно как бы попробовать сделать самой. Очень вкусная штука. Я покупала сетом. У меня тут закончилось третий пакетик тити-чай матя тара 100 грамм. Я хотела купить себе 250 грамм, но, к сожалению, у них, как у многих фирм бывает, испортился продукт, испортился состав. Раньше тут был состав 100% порошок тара. Я всегда это в шутку называю 100% порошок картара. Но на самом деле тара — это колоказия, китайский корнеплод, его варят, потом сушат и измельчают. Страна происхождения — Китай. И оно по вкусу вот такое же, да, вот сиреневенькое, оно по вкусу как ванильное печенье, что-то вот такое. И я добавляла это в смузи, в творожок, очень вкусно, когда хочется чего-то такого, как пироженку какую-нибудь ванильную. Денег нет, либо нет возможности куда-то выбраться, либо не знаешь, что хочешь, но хочется вкусного. Вот положил чайную ложку, допустим, на стакан смузи творожного, очень вкусно. Хотя ее как бы, ну, делают как чай, заваривают, пьют. Но как чай это надо очень много положить. И как я поняла, если я вот первый раз пакетик купила 100-граммовый, половину пакетика схомячила, там в составе глюкоза есть. И у меня пошел небольшой такой зуд. Я поняла, что глюкоза в большом количестве, в том числе из порошка тара, у меня как бы, ну, аллерген такой своего рода, много лучше не есть. И вот я тут хотела заказать, это 700 чем-то стоит сейчас 250 грамм, но там помимо порошка тара есть еще глюкозакраситель и ароматизатор. Зачем? Вот он сам по себе красительным является. В общем, очень хорошая вещь, если вдруг найдете где-то, не обязательно этой фирмы, потому что, видимо, у этой фирмы уже качество пробило совсем дно, что очень жаль. Я советую, потому что очень, ну, интересно даже чисто так попробовать. У меня тут ИТМИТ. Карбонад. Срок годности 30 суток. Мне не нравится то, что сейчас такое вот стало. В магазине же не будешь это отклеивать, чтобы посмотреть. Мне, по крайней мере, религия запрещает так делать. А тут у нас свинина, вода питьевая, посолочно-нитритная смесь, соль, фиксатор окраски, нитрит натрия, соевый белок, сахар, животный белок, состав черного перца, регулятор кислотности, ацетат натрия, пирофосфаты, трифосфаты, стабилизатор полифосфаты, загустители ксановая камедь, корриган из водорослей какого-то там названия, антиокислитель, аскорбиновая кислота, ароматизаторы. На территории предприятия используются горчица, злаки, содержащие глютен, сельдерей, кунжут и бла-бла-бла. Ну, короче, куча всего. Так, в принципе, я покупала чисто по скидке. Нам с кошкой зашло неплохое. Но состав, конечно, у Итмита желает лучшего. Оставляет желать лучшего. Нет, еще пакетик. Кузя, я иногда его покупаю. Кузя Лакомкин. Выглядит этот Кузя как какой-то червяк. Примерно откуда выпавший. Сладкие кукурузные палочки. У Кузи довольно приличный состав. Потому что иногда бывает в составе палочек кукурузных пальмовое масло. Не знаю зачем вообще. Где-то оно тут было. Сейчас я прочитаю. Крупа кукурузная, сахарное пудло, масло растительное, подсолнечное, соль, натуральный ароматизатор. Все. Правда, бывает натуральный ароматизатор, от которого потом прыщами покрываешься. Да, вот еще один второй пакетик. Тот самый попобольный товарищ. Так, это у меня, наверное, уходовые баночки перепутала, достала не то. Тот самый попобольный товарищ мне истерил, что пальмовое масло это хорошо, а то остальное это не очень. Ну да ладно, я надеюсь, у меня таких зрителей будет шижда маленько, которые будут попоболить в комментах, потому что за 8 лет видение канала, хейтеров стало все-таки меньше. Так, всем спасибо за просмотр. Если вы что-то из этого кушали, либо хотите мне что-то посоветовать, поделитесь своим мнением в комментариях. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Я скажу вам спасибо в титрах. Я считаю, что надо благодарить тех, кто помогает мне. Ну и если я кому-то помогаю, что тоже это хорошо, если меня благодарят.
А те, которые считают, что благодарить донаторов это плохо, значит, просто вам никто не помогает. Вы сами такие злобные. Так, ну и чё? Всем спасибо за просмотры. И типа пока.